Сейчас доделает дело. И будем драться. 167, 167-70. А, подожди, восхода же третьего не будет. Там будет просто передел. Ну давай так тогда. Привязанность UI. По-простому как бы сделаем. Сейчас будет просто плюс один левел. Я просто... Перегрев третий левел. Мишка. Бобробрас. Все, можно спокойно D10 завершить. Во, нормас. Нормальная тема. Награда 9, сотрудники. 9 умерло, 0, повышено 0. Умерло 0, выжившие. Значит, Макс МП, Габриэла, хорошо. Гонзалес. Джошуа. У Джошуа уже пятая выдержка. Он просто шанс успеха, скорость 90. Просто уничтожает выдержкой. Начать следующий день. Сойдет. У меня нижние нубасы просто полные нубасы. Я не знаю, что делать с ними. Мне дали новую аномалию. Ты видишь пение перед своими глазами. Оно также так великолепно, оно приближается к тебе. Ожидаемо, что ни один сотрудник не отважался вызвать тебя на такую коллегу. Что происходит, когда человек умер? Что же происходит, когда человек... Здесь кто-нибудь есть? Ты читаешь это? Здесь есть кто-нибудь? Можешь звать меня Би. Или В. В, наверное. Я сотрудник, жаждущий правды. Он в английской версии Б или В? Пожалуйста, пойми, что я не могу раскрыть свою личность. Я расскажу тебе правду о компании, которую она желает скрыть. Как ты думаешь, почему ты в этой компании? Позволь мне перефразировать вопрос. Ты доволен своей работой в этой компании? Да, удовлетворен. Правда? Что ж, я не могу осуждать, если ты говоришь правду. Ты управляющий, но знаешь о компании не так уж и много. Я постараюсь пояснить все кратко, насколько это возможно. В любом случае, удерживать соединение в течение такого долгого периода опасно. Джеймс намеренно освободил две аномалии, которые впоследствии убили 7 человек. Мне пришлось спустить курок, когда он напал на меня. И я был вне себя от моих же действий. Я говорю не о выстреле. Любой сделал бы так же. Я был в ярости, потому что дал поблажку. Я позволил своим подчиненным использовать меня. Общение, игры, прочие развлечения. И Джеймс был хорошим шутником. Если оглянуться назад, я был наивен, как шестиклассник, мечтающий быть взрослым. Джеймс умер, потому что я был слаб. Я пообещал себе не повторять ошибку того дня. Управляющий, это корпорация Лоботомия. Каждый день мы видим мешки с трупами. Здесь очень одиноко. Временами вам захочется завести друзей. Когда вы почувствуете себя одиноко, вспомните, что случилось со мной. Вы сможете это преодолеть. Я ненавижу Анжелу. У нее нет чувств. Люди говорят, что я слишком рационален. Говорят, что я хладнокровный, расчетливый и лишенный эмоций. Я принимаю эти слова за комплименты. К слову, я ничего из этого не отрицаю. Кто бы ни построил это место, он ужасный человек. Иногда я хочу быть ИИ, а не человеком. Симпатия затуманивает ваше суждение. Вы все равно будете делать ошибки. Почему людей нужно заточить в таком ужасном комплексе? Не знаете почему? Задача границы совершенства. Лучшее, что мы можем сделать, позаботиться о том, чтобы события не переросли во что-то ужасное. Все будет в порядке, если за аномалиями будет вестись надлежащий уход. Поэтому позаботьтесь обо всем как можно дотошнее. Как мне известно, это лучший способ. Завершите день без плохих результатов. Так, тренировочная команда и команда безопасности.
По ощущениям, тренировочная команда будет то, что мне нужно, чтобы леммингов тренировать. Иначе дела будут плохи. Я надеюсь, что это то, о чем я думаю. Если нет, то... то это будет прольная жопа. Ход. Приветствую, я управляю тренировочной командой. Не желаете ли открыть крыло департамента? Подтвердить. Конечно, желаю. Чё я, блин, тыкал бы, если бы не желал? Так, здесь меня автоматически... Так. Извлечение из репозитория памяти. Что у вас там извлечение из репозитория? Задача завершить день без плохих результатов. Лоппоинт 9. Так, ну и чё, у меня тут пусто. Чекпоинт. Необходимо направить агентов. Ну и как? У кого? Скорее всего, это мой самый мощный этот. Канна Хлоя. Но без Джошуа здесь не справятся вот эти чуваки. Давай-ка тогда Евгения. Зачем мне столько, кстати, маленьких бурбузят? Может, пора Галину как-нибудь сюда? Эти чуваки все равно хренью занимаются. А нанять? А нафига мне такое количество этих чуваков? Эти же все равно слабые. Выдержка 2. Но они сейчас будут работать с аномалией, которые... Качай раканов, это толку от них никакого. Я об этом и думаю. Мудрость 3, мужество 3, выдержка 3. Вот такую вот Галину себе забабахаю. Не, ну это как-то слишком жирно. Пусть Галина будет... Кастомизация сотрудника. Так, подожди, стоп. Евгений у нас что? Мудрость, мужество, выдержка. Пусть тогда Галина. Дам вам по плюс стату. Тебе Галине в мудрость, потому что ей проще мудрость забафать. А тебе в выдержку или в мужество. Подтвердить. Мужество. Да, шикарно. И выдержку на себе пожарную. В принципе, сойдет. Вас бы как-то еще по... Лоппоинт. Пока что лоппоинт 3 оставлю. Хотя этих бы тоже... Но эти жесткие, конечно. Джашукин нормально такой жесткий боец, Баки. Ну, ладно, сойдет. Думаю, пока сойдет. Лоппоинт хочется оставить на будущее. Так, новое абсолютно выбрать. Бабочка и гроб. Бабочка и гроб, это точно будет. Это точно будет жопа.
Евгений. Евгений, топи. Джошуа. Так. Хлоя на 17. И Канна, по идее, должна закрыть ТД-мишку. Посмотрим. Канна в ТД-мишке была. Раз, два, три, четыре. Это 4. И сразу на 5-й левел, я не знаю, понимание. Кого из вас-то можно качать-то? Вы все такие, Юи. Юи нет. Габриэллу. И Юи идет. Не знаю, надо к фестивалю. Вообще, надо ли к феям просто? Вот так вот, по чесноку. Что можно с этими вообще леммингами делать? Нахрен они мне нужны? Ну, вот тут вот я, например, могу там дополнительное оружие себе скрафтить. Вот я его уже скрафтил. Может быть, не засирать себе? Прочитай, что происходит с аномалией вечно во время ее изучения. Ты вечно все пропускаешь. Ладно, давайте, кстати, вот эту штуку почитаем. Аномальная история. Ёпарасете, как тут много читать. Ёпарасете. Слишком много информации. Мне столько не надо. Ладно, сойдет. Будем качать этих пока. Раз, два, три, четыре. Можно будет еще одного. На следующий левел потихонечку переходить. Ну. Нормально. Эндюр. Белый дамаг пишется. Белый дамаг пишется. Вариант совершенно синий. Евгений весь был пофигачен. Евгений был нагло пофигачен. Паркер, сотрудник, чей уровень справедливости 2 или ниже, по сражению работы понизил уровень счетчика. Уровень справедливости. Ага, здесь нужен уровень справедливости. А кто у меня, у вас, у обоих уровень справедливости нулевой, да? Понятно. Нужны качи. Над камерой сообщение, лол. А, над камерой? А, так я же не знал. Я не обращал на них внимания, я читал на те, которые... Видел белый дамаг, и мне этого хватило. Так, fuck my life, я забыл, какая у меня... Какая у меня баба ходила к... Ну, кстати, мне... Так, можно сделать вот эту штуку уже. Нет, нельзя. Зато можно сделать вот эту штуку. Так, Джашукин. Так, в левом нижнем углу написано, кто куда ходил. В левом нижнем... О! Канна сделала счастливую мишку. Значит, сейчас привязанность... Хлоя. Блин, у нее так мало запаса. Хила справится ли? Посмотрим. Канна, привязанность. Джошуа продолжает давить по привязанности. 5-й левел. Вот, слушайте, свитч нужен будет. Ой, кстати, я всех троих решил отдать. Плохая идея. Давай тогда... Кого-то из вас не буду делать. Вот в тебе сомневаюсь, поэтому отменю приказ вот этот вот. Сюда я не пойду, потому что счетчик таков, что если я сейчас... Скорее всего, у него обычный к этому. Угу. Так, сделали себе мечишко. Ждем одного товарища. А, тут сейчас будут дополнительные эти чуваки, да? Хорошо, вот возьмем в карающую птицу, понимание, Габриэллу. Ну что ж, она самая слабая, чего ж тут нет-то. Сейчас пойдет замес мрачный. Ты пососа к цветку отправил? Нет, не пососа, Джошака. Джош цветок жрет пососов. Так, пошел мрачный замес.
Подожди, а, господи, это переход на следующую фазу всего лишь. Здесь вот эта штука выработать. Понимание, интуицию. Ну, давайте попытаемся пониманием как-то его задавить. Черт, это не очень здорово. Блин. Ну ладно, давай попробуем. Попробуем понять. Ну, к сожалению, у меня сейчас после этого счетчик этого побега, по-моему, будет высокий. Ой, понимание очень хорошо работает. Господи, как понимание? Как хорошо работает понимание? По-моему, он сейчас счетчик у него гепнет. Да. Unknown. Ну да, собственно, счетчик подавляет. Евгений подавляет. Галина. Ага. Я не знаю, что дает. Давайте быстренько почекаем. Другие соревники черный множество равен 4 и выше получили похожий результат. Равен мужество равен 4 и выше. Получили похожий результат. Так. Все побежали подавлять, ребят. Евгений, Галина подавляет. Нет, Евгений и этот пока отступают. Валим. Тазы валят. Куда он пошел? Леммингов убивает. Пробки сотрудник. Это ладно уж. Так. Подавлять. Так. Кого он там овнит? Давай, типа атаки. Давай. Ну что за фигня-то? Покажи мне других, список других чуваков. Так, нет, Евгений, иди. Очень бесячая хрень. Очень бесячая хрень, потому что я жму на него, а хочу выделить. Иди сюда. Как что делать, как быть? Здесь сейчас прибежали все чуваки со всего аула. Стрелочка. Ага, все, вижу. Габриэлла. Отступи-ка, а то у тебя что-то 7-17. Лоя, отступи, у тебя 2.17. Лоя отступает. Так. Его, кажется, принимают нормально так. Он в кого-то попал, как я понял. Пошел. Его нормально тут так принимают. Он какой-то делает фронтальный АОЕ. Но не попадает ни по кому. Это очень прекрасно. Отлично. Его откузмили домой. Хорош. Так, со светом мы разобрались. А, есть кто-то, кто умер? Нет, нету. Хорошо. Регеним. Так. Восход, потихонечку к восходу готовимся. Так, Джошуа, давай-ка. Немножко по привязанности, тихо. Джошуа, немножко по привязанности с Мишкой поработаешь. А, пустые сны, любая из вас, крокозябр, нормально зайдет. Хлоя послабее выглядит, вот ее и покачаем. Значит, здесь, кажется, разумистский подход. Разумистский подход хорошо зашел.
Наверное, тебя иди поднимайся, понимайся. Так, это будет плюс. Это будет плюс раз и плюс два, да? Это будет плюс раз. Так, Джашукин, иди-ка по привязанности поработай. Хорошо. Так, к медведю больше не ходим сегодня. Счастливый Мишка. Счетчиков клипа-то... Ой, счастливый Мишка не сбегает вообще. А, ну да, разумно предположить. Хрен ли ему сбегает, если он сраный имбач. Зато 7 урона вот с этой штуки. Так, статов, фуркосы по обращению. В результате плохой работы уровень счетчика, счетчики клипа-то аномалии понизится с высокой вероятностью. Судя по всему, с этой штукой надо работать плохо. Сукубрас, интуиция, не забывай. Фак, да, действительно, забываю об этом. Может быть, еще не дошел? Менять приказ, выбрать работу. Интуиция. Джошуа. Джошуа, качай интуицию, а то у меня интуиции не хватает, прям пипец. Если что, ты можешь отправлять на работу из других департаментов. Тоже стрелочка рядом с названием департамента. Оу, да! О, это очень удобно и очень нужно. Чей уровень справедливости 2 и ниже, по значению получили... И выше получили похожий результат. То есть мне чуваки со справедливостью нужны, но не... Так, 170. Сейчас будет восход через штуку. Не, через две штуки. Восход к этому чуваку я вообще не пойду, он бесит меня. Если я сейчас еще раз с ним нафейлю, то он меня откузьмит. Так что давайте-ка я возьму привязанность и старую добрую Хлою погоняю. Да, Хлою же. Здесь раз и два. Крашеная птица свалила. Что? Почему? Карающая птица сбежала, как и ваше указание. Почему она? Можешь не стрелочка скролл, я тебе 10 раз писал. У меня скролл не работал. Я именно в этом-то и проблема была у меня. Так, а что карающая птица будет делать? Подавление провалилось. Ее подавлять не надо, да? Короче, описывает язык содержания после того, как по нему ключи сотруднику или спустя некоторое время после побега из камеры содержания. Ага, через некоторое время. Просто валить от нее, да? Здесь как-то не очень хорошо. Она там поубивала кого? Не понял. Где карающая птица? Она до сих пор летает? Все живы. Птицу я не вижу. Ага, вон она летит. Так, она сейчас может убить кого-нибудь спокоен. Так, а чуваки, все трое отправить сюда. Просто не карать, не драться с ней. Просто валим как тазы. Валим как тазы через всю вот. Через все места. Да, пусть они умирают. Мелкие халуи вообще не парят. Короче, птица. Просто главное не драться с ней. Просто валим. Хм, ну. Не дергай их там, они там хиляются. Только птица типа не передамажит, по-твоему? Ну да, она, наверное, мало наносит же. Хм.
Боюсь начинать какие-либо действия, пока карающая птица гоняет по всей хате. Ладно, давайте попробуем ее немножко потанковать. А, подожди, они хиляются, но у них же... Ну ладно, сейчас заодно проверим. Пришла драка, да? Кого бьешь? Ага, Хлоя. Поатаковала. А она очень мало поатаковала и успокоилась. Ха! И пошла домой. Хорош. Хорош. Лол, халява. Кучу леммингов потерял, которые абсолютно рандомных и ненужных. А все остальные хорошо себя чувствуют. Так, хорошо, осталось... Ну, суккубра задавать дальше. Дальше брать своей интуицией. Джошуа, давай вперед. Лучший суккубраз 2017. Почитаем хоть. 16 получил? Лол, ну ты я жирный. Как с поезд пассажирский. Так, 159-170. Ну, вообще, в общем и целом, наверное, нормально. Ну, давайте карающую птицу на понимание старую добрую Габриэлу. Сейчас будет восход. Готовимся к замесу мрачному. Ну-с, поехали. Фрукт понимания. Чтобы знать то, что находится за пределами понимания, фрукт понимания. Так, вы трое. Фрукт понимания раз. Вы трое. Нет, вот этот фрукт понимания вот так вот как бы. Раз, два, три. Есть еще фрукт понимания где-то? Да, вот эти двое тоже сюда, пожалуйста. Вроде все при делах. Тут пошел замес мрачный. Так, проверяем команды. Вроде все хорошо. Так, тут Габриэла получает. Тут Габриэла получает. Тут Галина получает. Габриэла пока еще... Поскольку получаешь? Габриэла не получает, потому что они разобрались. Нет. 20 нормально. Команда номер 1 разобралась. Команда номер 3 разобралась. Команда номер 2. Так, так удобнее. Команда номер 2 разобралась. Итак, у нас все очень хорошо. Смотрите. Значит, к этому чуваку нужен чувак с справедливостью, но без мужества. И плохая работа снижает счетчик Клипота. Плохая работа снижает счетчик Клипота. Или что имеется в виду? Нет, плохая работа это плохо. Мужество высокое это плохо. Справедливость низкая. Ну хорошо, давайте справедливость плюс интеллект. Справедливость плюс интеллект. Давайте попробуем. Так, завершить день. Повышены. Хлоя красавчик. Джошуа уже 4 левела. У него мужество растет. Красавчик Джошуа. Красавчики. Значит, следующий день. Так.
Пока живутся ларлы. Эта магическая пуля может попасть в любую цель, на которую вы укажете. В этом городе еще остались прекрасные изумрудные дороги, сверкающие ярче, чем что-либо. Где-то вдалеке вы слышите галдеж чаек. Мне нравится про изумрудный город. Как тебе транзистор? Хороший очень. Хороший, мне понравился вполне. Каково ваше мнение о сефирах? Не находите ли вы их отстающими в чем-то? В вашем праве не обращать внимания на их слова. Но, пожалуйста, будьте честны с ними. Это то, что мы должны делать, если мы хотим развития департаментов. У меня не было никаких серьезных разговоров с ними. Они чувствуют себя неловко, ведь я для них высшее существо. Они ничего не могут с этим поделать, даже если они тайно этому завидуют. В конце концов, я самый развитый ИИ в компании. Ой, привет. Вы же не злитесь, правда? Я Хот из тренировочной команды. Мы, ну вы знаете, что в компании происходят разные инциденты. Доклады показывают, что в целом 40% инцидентов можно было бы избежать, если бы сотрудники проявили инициативу. Поэтому моей работой является подготовка сотрудников с помощью руководств и тренировок. Ну знаете, для снижения числа инцидентов и переводов сотрудников. Что ж, я не идеально, но я никому ничего не навязываю. В данный момент я проверяю разные обучающие программы на эти дни. Ну, я не знаю, какие из них будут работать, но... О, вы хотите узнать об этом побольше? Как вы знаете, условия работы в этой компании весьма требовательны. Несмотря на регулярные проверки, многие сотрудники сходят с ума. Я знаю, каково это. В смысле, я не взаимодействую с существами напрямую, но я знаю, каково это потерять рассудок. Что ж, я не уверена, что эта программа покажет себя полезной, я могу только надеяться. Стук в дверь. Спасибо тебе, Ход. Мне теперь намного лучше, будто все эти ужасные мысли пропали. Ты решила эту проблему сама. Я только показала, с чего стоит начать. Я серьезно. Я сейчас, наверное, бы покончила жизнь самоубийством, если бы не ты. В любом случае, ты спасла мне жизнь. Я очень рада, что у нас есть такая Сефира в нашей команде. Ты очень хороший человек. Спасибо, Тиффани. Я рада, что тебе стало лучше. Я слышала, что ты переводишься в другую команду. Я надеюсь, что теперь тебе будет легче. Не забывай о всех наших беседах. Конечно, Хо. Короче, психолог местный. Видели, моя программа действительно работает. Моя работа действительно приносит плоды, и я продолжу усердно работать. Я хочу спасти столько сотрудников, сколько в моих силах. Так, мы являемся обучающей командой, мы создаем руководство, необходимое сотрудникам, и постоянно тренируем, но что важнее, любого руководства реальный опыт. Я уверен, что они станут более опытными, когда вы будете хорошо им руководить, повысьте двух сотрудников. Повысьте двух сотрудников, ну, попробую. Випстер, я бы рада, только жизнь боль. Так. Может быть, вас просто апгрейдить? Просто справедливости накинуть? Ого. Давайте реально справедливости навалим. Справедливости в вас. Блин, может быть, справедливость. Давайте попробуем так. Ой. Блин, как их...
у меня, кстати, новые шмотки. Наслаждение. Ух уж ёжик этот просто эквип. Сопротивление тёмки. Блин, а вот у этих штук вообще урон прям караул на самом деле. Ой, какой караул-то, ой, какой он караул. Это очень хорошее оружие, этот посох. Зейн Тесс. Ну пусть будет у кого-то из вас, у Канны, например. У Канны будет сет с огурца. Огурцовый сет пущай будет. Не парься про бледный дамаг, ты его все равно не увидишь. Да, и слава богу. Так, тут у нас есть нубасы без пушек. Да нет, нету. Та-та-та-та-та-та-та. Ну, все остальные одеты более или менее. С рыбками там все как полагается. Сойдет, ладно. Тут лоб 6. Я мог бы здесь. Нет, здесь ничего не могу. Ладно, надеюсь, что сработает. Лоб-поинты пока оставлю. Справедливость 3 нужна. Да как 3? Тут написано 2. Чей уровень справедливости 2 и ниже? А, и ниже. А у меня было ровно 9. Можно переназначить этот день, повторить заново. Сука. Блин, у меня было ровно 9. А, фак! А! Лол! А, ну все тогда, чего ж тут лукавить-то? Я могу посмотреть всех своих по справедливости сравнить? Справедливость 2. Справедливость 2. Ну нет, в первой группе никого не будет. Справедливости 3, о чем я. Конечно, прочекаю для совести, но тут они вообще полные жопошники. Нельзя переназначить. Ну и все тогда. Тогда все, приехали. Будем драться с ним еще раз. Пошел он в баню. Буду его бить. Так, это что за фигня? Вот буду этого пока расследовать. Мне нужно повышение. 190 надо, ЮПРСТ. Что это за борода? Пугало. Давай интуиции как-нибудь его возьмем. Здесь интуиция Джашукен. Здесь привязанность Ханна. Здесь дела привязанность Хлоя. Все-таки это основные. Ну, рассказывай, что тут с пугалом. Так, мы все еще сидим в нашем путешествии. Мы идем по желтому кирпичу, чтобы сделать наши мечты. Угу. Интуиция. Данное лечение заставит всех стихнуть, включая тех, кто оказывается молчать, несмотря на лечение. И что это читать, зачем? Она его... Он светом бьет. Нормально так бьет. Фиксирование непокорства. Ну, это, по идее, хорошо должно быть даже. Да, это хорошо. Гений нормас тащит. Средняк вполне, но... После того, как сотрудник с уровнем мудрости равным 3 или выше заканчивает работу, с уровнем счетчика... С уровнем мудрости равным 3 или выше заканчивает работу. Уровнем мудрости 3 или выше? А у меня есть
Ух ты, нифига себе, что тут творится. Пугало. Так, чуваки, все. Быстро же ты, дружище, быстро. В результате плохого уровня щечка клипа-то понизится. Шикардасно. Выглядишь классно. Высасывает. Нервный индюр-индюр. Галина получила уже. Евгений получает теперь. Чё, уешет? Вау, всех нервы так-то. Зоза слабее, он уешет страхом всех. Он уешет страхом всех, просто в щи. Кажется, они... У него лайфстил, ребят. У него лайфстил, и он всех... У него лайфстил, и он всех... Без шансов просто. Он всю мою команду завалит. Ну, как вам сказать? Ну как вам сказать, дорогие друзья? It's so fucking deep. У обоих уровень мудрости 3. Так, ну... О, подожди, а у тебя какой уровень мудрости? Ты, Джошуа, тупенький так-то. Ну, давай попробуем. Попробуем-ка Джошукина сюда отправить. А сюда можно попробовать Канну запихнуть, но она, по-моему, умрет, но давайте все равно попробуем. Почему нет? Давайте так. Хоть зачекируем. Джошукину, кажется, далеко бежать. Блин, лемминги реально... Там у Канны. Нормально, Канна еле-еле душа в теле, но сделает то, что надо. Джошукин середняк сделал. Но, в принципе, середняк это уже неплохо. Чё, Джошукин, ты куда ушел-то? Домой, что ли? Так, а если я могу... Где Джошукин-то? Вот он, господи. Иди сюда, братан. Здесь похилься. Ты единственный, кто может здесь что-то делать. А что это за сиренька на тебе? А что это? Почему вот эта сирень... Сиреневая, это что такое? Джошуа, нормально? Чё, Канна, как у тебя с кубразом? Нормально, молодец, Канна. Продолжай. Джошукин, ты тоже продолжай. Можно, в принципе, попытаться его мужеством. Подавить его. Пугало, может быть... Ладно, нет, интуиция средняя, и пущай будет дальше средняя. Джошукин. Сойдет, жив цел орел.
Так, данное лечение заставит всех стихнуть, включая ППП, обычная обработка. Распределение когито какое-то. Так, отлично. Насыпало. Всякий раз, когда сбежавшая аномалия убивает сотрудника, она высасывает его мозги, чтобы восстановить здоровье. Понятно. Скорость работы плюс 4. Хорошо. В принципе, все, что хотелось бы знать. Уровень мудрости. Скорее всего, здесь 4-й уровень мудрости будет. То есть можно продолжать изучать. Джошуа нормально здесь тусит. У Джошуа все хорошо. Джошуа пуща регенит. Вау, Сукубрас плюс 18 дал. Вот это да. Ханна, ты просто безумно сильна. Смотрите, что она сотворила. Ты выше камеру подними и читай, что написано над камерой содержания. Да нафиг там ничего интересного. Так. Это сюда. Джошуа, ты зарегенил? Я буду по самым жирным просто работать. По фокусу. Джошуа. Интуиция. Джошуа. Счетчик клипота, вот, скорее всего, уже следующий этот, это будет счетчик клипота. пять, сукубрас. Блин, посмотрите, какая красота просто. Так, шикарно. Просто шикарно. Кстати, счастливый мишка у меня есть, что еще? Лапки, арморка. Джошуа здесь вообще прям красиво все сделал. Так, базовая информация или информация о побеге? Так. Мне, наверное, кажется, что привязанность надо список работ зачекировать. Или базовая информация. Шанс успеха плюс 4 мне больше нравится. Хорошо. Хорошо, нормально. 19. Пугало ХЕ. Так, Джошуа, четвертый раз, если пойдет, скорее всего, уже будет... А, нет, смотрите, я уже вижу счетчик вижу для товарища. Счетчик вижу для товарища. Но тогда, нет, здесь надо, чтобы Джошуа вернулся. Джошуа, вернись к себе домой. Сейчас мы запихнем последний замес, и начнется. И карающая птица, понимание от Сьюзан, конечно же. Давай, карающая птица, понимание от Сьюзан. Вроде сейчас начнется мрачный замес. Да, явно начнется мрачный замес. Просто перегрев клипота. Ну, здесь очень просто интуиция. Каннан творит дела просто, на самом деле, здесь. Да, я перепутал, это не то. Так, здесь перегрев... интуиция от товарища Джашукина сюда пошла. Так, здесь базаримс. Хорошо. Зачем этой штукой переходил, не знаю, но не суть важно, пущай будет. Кстати, никто у меня сегодня не заходил к Мишке. Может быть, к Мишке зайдем тоже. Не остановитесь на половине энергии. Действительно, давайте к Мишке зайдем. Привязанность. Да блин, они все пустые. Канна пустая. Может быть, кто-то из вас тогда зайдет? Вот, например, Евгений. Евгений, зайди к медведю. Выбрать привязанность по Евгению. Евгений к медведю пущай зайдет. Все в порядке. Так, здесь... Сколько? 13. Пока без шансов. Скорость работы плюс 4. Пока что без шансов. Так, хорошо, смотрите. Хорошо. Вроде как живы целые орлы. Евгений творит дела делишки. Евгений молодец. Джошуа, ты давай сюда тогда, пока. Открыть энциклопедию аномалии. Джошуа, иди сюда на привязанность сыграй. Джошуа высокий. Или Хлои все-таки. На привязанность сыграем. Блин, боюсь, на самом деле, Хлою пихать. Время работы 38. Успеет она за 17? Вот не могу сказать, что успеет или не успеет. Вот в чем проблема.
Точно очень хорошо работает здесь Канна. Ну пусть тогда Хлоя здесь фигачит на привязанность. Хлоя же может, да, здесь хорошо себя чувствовать? На привязанности 17 ей хватит? Или мы именно Джашукином должны будем сделать красиво? Джошуа, кстати, можно... Джошуа, мы ходили к медведю? Нет, не ходили. Давайте сегодня сходим тогда на привязанность к Джошуа к медведю. Заодно проверим, сколько от Джошуа, скажем так, останется. Надо будет смотреть по обилам Джошуа. Он почти маны не тратит, так что можно смело Ханну или Хлою пускать. Шикарно. Точнее, Хлою. Канна-то у нас уже была, да, сегодня у медведя? Счастливый Мишка. К Хлое, да, надо? Хлою пустить. Суккубрас, счастливый Мишка. Пугало, Джошуа. Подожди, а что у меня? Джошуа нормально выжил? Все хорошо? Пробуем работу на привязанность Хлои сделать. Ну, просто ей тоже нужно повышение и все дела. Блин. Очень надеюсь, что она тут не устроит мне кусью морду. Блин, как много энергии тратится. Ой, Хлоечка, пожалуйста, сделай дело, а, пожалуйста. Давай не подведи, а, умоляю. Не хочу я никакого рестарта и всякой такой срани. Молодец. 169. Мишка доволен, прям пипец. Регеньте мои сладкие пироги. Так, упорото продолжаем получать энергию, фармим по интуиции Канной эту бороду, чтобы она получила повышение. Я надеюсь, что она получит повышение. И сейчас мы тихонечко будем делать, после того, как она уже запрыгнет, и отстреляется, мы словим аномалию восхода. Фух, хорошо! А, я надеюсь. Так. Вроде хорошо идет день. Вроде хорошо. Плюс 16. Здесь на самом деле уже совсем дело за малым. Что у тебя там, подружка? Подружка, чуть по хп бару. Ну, сейчас ты уже доживешь. Хорошо, тогда старый добрый на понимание, я не знаю. Сьюзан на понимание. Поехали. Сейчас будет мрачный замес. После мрачного замеса, я надеюсь, мы смогу закончить день. И надо будет фрукт понимания. Здесь, само собой, подавление так. Это другой фрукт, их его Евгений. Команда подавляет. И здесь тоже свои ребята, своих чуваков подавляют. Побежали. Полетели. Так, где-то надо думать о чем-то, что происходит. Габриэла получает на семерку. До четверки. Следующий удар может убить. Габриэла отступила. Эти чуваки без шансов победят, Юи больно получает. Гонзалес D12 завершить. Фрукт понимания плюс 10. Шикарно. Я считаю, что это D12 завершить. Фу, хорошо. Выжившие 9, умерло 0-0. Повышены 1. К сожалению, повышен у меня только 1, и это меня очень расстраивает, потому что я искренне хотел, чтобы люди были повышены. Канна получила со второго на третий, потому что мужество она получила плюс 2. Хорош. Тогда Канна нафармила. Блин, ну вот повышенные, вот пипец тяжело эту задачу сделать. Вот что делать, ребят? Ну, надо было словить 2 повышения. Вот не повысился дальше, сейчас будет еще тяжелее. Во имя любви и справедливости на сцену выходит магическая девочка.
В ванной плавает множество рук, это руки людей, которых я когда-либо любил. Когда-то любил. Печаль скажет, исчезни, умри, но желание жаждет вечности и бессмертия, которого нельзя отринуть. Так, ладно, магическую девочку, конечно, берем. Вот первая доля правды. Не доверяй ИИ. ИИ намного умнее людей. Он умеет имитировать человеческие эмоции. Но есть кое-что, что ты еще не знаешь. Некоторые ИИ могут врать. Скрывать информацию, если быть точнее. Если ИИ было приказано не сообщать часть информации, то он не обязан говорить правду кому-либо, кроме того, кто дал этот приказ. Некоторые продвинутые ИИ могут пользоваться дыры в таких командах вроде «команды говорить ложь». Раньше я программировал ИИ как часть проекта, поэтому я знаю, что ИИ не обязательно говорить правду. В случае, если ты не веришь моим словам, я отправлю тебе программу, которую я сам разработал. Этот ключ сдает ее нос, сделает ее нос длинным, когда она соврет. Красная означает ложь. Но это тестовый код, поэтому и можно воспользоваться лишь единожды. Тренировочная команда расширить. Задание не выполняю, из-за этого не получаю перки. Не получаю перки, сливаюсь в ад и срам. Лоб-поинт 9. Хорошо, Галина... Евгений, кто из вас самый классный? Мудрость 3, выдержка, справедливость 2. Галина или Евгений, кто из нас круче? О боже, тут точно тебя, ты слишком сладкий. За 6 лобов ты становишься 3-3-3. Господи, посмотрите на статы этого молодого человека. Он просто стал имбой. А если я повышу сотрудников не лобами, а по-другому? Справедливость 3. Да, я сделал справедливость 3. Посмотрите на этого. Евгения и Джошуа просто царей. Здесь тоже, наверное, справедливость... А, у меня уже нету лобов. Хорошо. Эго-лист меня пока не трогает. Так, 210, ёпперсате. Так, давай-ка, дружище, с тобой на понимание сыграем от справедливости от Евгения. Понимание от Евгения. Вроде нормальная тема. Так, пугало. Пугалоищая мудрость. Это как с вторым уровнем мудрости равно 3 или выше, заканчивается уровень щечка, клип это понижается. Так, здесь 13. Пугало же глупенькое, наверное, мозг на него работает, будь здоров. Или как? Обычный высокий, очень высокий. Да, надо его мудростью давить. Давить его интеллектом, ребят. Обычный высокий. Короче, чувак. Ну-ка, Джошуа. Джошуа. Так, Джошуа, на мудрость дави. Джошуа, левел 2 понимания. Давай, ты самый готовый, Джошуа. Так, что это у нас здесь еще? Девочка, это явно такие трендюли, что просто обосраться. Я прям вижу, какой это обосрамс. Давайте на всякий пожарный просто сходим, я не знаю, на интуицию. На интуицию пощупаем, на разумизм пощупаем Галиной. Чувствую, это ваншот будет сейчас. Прям вот я вижу это, мне даже ходить никуда не надо. Так, интуиция. Канна, вот это у тебя здоровье. ХП-пул вообще прям пипец. Хлоя. Так, выбрать пати. Интуиция. От Хлои левел 2 интуиция. А от Ханны пущай здесь будет привязанность. Все, вроде как нормально. Но уверен, что сейчас будет блин комом. Прям уверен, очень уверен. Медвежье
арморы можно сделать. Защита от Уайта и Блака. Хорошие арморы, кстати. Так, девочка. Девочка 50-50. Галина умрет, походу. Галины уже нету 3 хп. Тьмой фигачи, девочка. Можно смело. Смело рестартить и жамкать. Проверка интеллектуальных требований. Девочка очень расстроилась тому, что убила человека. В результате плохой работы уровень счетчика Клипота аномалии понизится. Хлоя, кстати, тоже не справилась, да? Или Хлоя у нас где была? Хлоя у нас была... Почему Хлоя умерла, я забыл. Странно, она должна... Хлое не хватило стамки просто. Стамки не хватило и... Получила по щам. Здорово, Happiness Food. Хлое не хватило стамки, ну и ну басиха. Откусили рожу, так тебе и надо. Джошуа, по-моему, проще сейчас даже перемести вот в этот... Вот в этот вот сквад. Евгений будет ходить к этому, Галина... Ну, Галину тогда уберем сюда, пущай здесь будет. Начать. Я вот думаю, может быть, подольше подраться? Может быть, просто меньше вот этих... Больше вот этих сотрудников пофигачить? Так, ну смотрите... Брать работу. Интеллектом давит Джашукин. Джашукин давит интеллектом. А даже самый строгий надзиратель. Что у нас здесь по... По тебе я вот забыл. Забыл, чем с тобой работать. Тоже интеллектом? Да, вроде как с тобой тоже можно интеллектом работать. Евгений. Интеллектуальный Евгений. Так, здесь теперь совсем все плохо. Интуиции кого подавить можно? А, у Галины, между прочим, уровень выдержки практически зеро. Зато у Галины... Зато именно Михаиле... Зато Галина может спокойно идти к Михаилу и обнимать его. Да? Да, к Михаилу можно спокойно идти к Галине и... Качать себе привязанность. Да, Галина, иди-ка покачай себе привязанность. Так, здесь, как обычно, Ханна. Ханна может справиться. А вот Хлоя может справиться только здесь. Так, тут Ханна точно взяла интуицию? Да, Ханна взяла интуицию. Все, разбежались. 6 квестов сойдет. Отлично, пока здесь все идет. Галина, у Галины соу-соу дела, но это сойдет. Так, этот чувак хорошо добазарился на интеллекте. Красавчик. А Чичи аж дофигалиард. Информация о побеге, базовая информация. Похороны мертвых бабочек. Хорошо, шанс успеха плюс 4 на похороны мертвых бабочек. Пугало ищет мудрости. Хорошо, на шанс работы по пугалу, хорошо. Так, пугалу давайте проверочку сделаем вот на эти штуки. Обычный. Мы пугало отдаем все равно интуиции, да, вроде как? А, не, интеллектом отдаем пугало. Так, Галинка галинирует. Так, здесь уже 100 энергии этой. Молодцы. Молодцы, ребята, молодцы. Сейчас будет просто обыкновенный дополнительный день. С Галинкой непонятно, что делать на самом деле.
Просто зарегинили мои основные пацаны. А почему пугало, ищущая мудрость, уже один уровень счетчик клипа-то? Какого хера? Стоп, стоп, стоп! С уровнем мудрости 3 или выше. Блин, ну я вот этого не понимаю. У него всегда один. Счетчик липота один. А, понятно. Его просто растроллишь. Все, понял. Все, хорошо, нормально. Сойдет. У него не понижается. Так, ребята, немножко АФК. Я сейчас. Такс, мои лобитомированные лобитурята. Пугало. Так, шикарно. Хорошо, да, у него счетчик клипота-то всегда один. То есть его как бы один раз зафейлишь, плохой работой, и все, и можно приезжать. Че по Джошукину? Джошуа в шикарной ситуации, поэтому выбрать работу, понимание Джошукином. Джошукин красавчик. Здесь... мы же тоже пониманием давим, да? Да, Евгений, давай, поехал. Перегрев клип — это первый уровень. Где? В бабочках. В бабочках нам правильнее всего будет одного главного персонажа зафигачить. И пущай это будет. На Юи у нас же обычно как бы... Блин, так, выбрать работу на... Так вот, бабочки. Бабочки у нас высокие-высокие обычные. Либо интуиция, либо братское слияние. Я больше за интуицию. И интуицией самым слабым персонажем, Гонзалесом. Пошел Гонзалес делать дела. О, и здесь еще, кстати, есть. Здесь отлично работает Ханна. Высокий-высокий-высокий. Да, она... Ханна здесь привязанностью... Давит просто как боженька. А где здесь еще Хлоя? Может быть, Хлоя привязанностью зафигачит? Да, Хлоя. Может быть, Хлоя привязанностью зафигачишь? Хлоя, ты должна справиться, да, с этой ситуацией? Хлоя, привязанность. А Ханна пойдет к Боброжую на интуицию. Как вы на это смотрите? А тебе надо что? Тебе надо мужество высокое. Высокие мужества. Да, Ханна пойдет Боброжую на мудрость. На интуицию. Там мадаме плохо. Вот этой? Только не говори мне, что она от того, что я с ней не... Только не говори мне, что от того, что я от нее не с ней не работаю, она начинает как говниться. Скажу тебе честно, у меня и так все очень плохо, поэтому пошла она нахер со своими проблемами. Обычный-обычный, высокий-высокий. Высокий-высокий на... Везде обычка. Везде обычка, кроме двух интеллекта. Блин, пугало... А ты как думаешь? Сука, я уверен, что это так и есть. Так, пугало расфармили. Блин, но... Базовая информация 20. Господи, это 100% следующий уровень.
Руководство по обращению 7 штук, сука! 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 Сука, сука, сука! Я вообще не в деле! Так, ладно, этот бобер счастлив. Здесь 15. Эпос дар, шанс получения. Отлично. Этот еще чувак бесит меня. Так, Евгений пока регенит. Ладно, надо к ней как-то просто зайти, просто чтобы она не убила его. Ладно, хорошо. Давайте к ней попробуем на... Если она вся такая... Если она видно, что ей просто становится плохо от того, что к ней никто не подходит, попробуем на привязанности от Джашукина. Давай, Джашукин, левел 5 привязанности. Ты должен просто тащить. Тащить, братан. Покажи красоту. Покажи красоту, братан. Покажи красоту. Просто давай, Джашукин. Минус, плюс. Минус, плюс. Ми плюс, плюс. Минус, плюс. Благодаря настал мир. Настал мир. Джошуа просто скончается сейчас. И где она? Джошуа, кстати, не мертв. Джошуа просто в панике. Ну, давайте позазибинируем, направим всех на нее. А, все уже мертвы, она их ваншотнула. Джошуа встал в луч. Так, ну хорошо, давайте. В результате плохой работы уровень ощущения крипта аномалии понизится. Понятно. Хорошо. Попробуем, ну, мы попробовали на приручение, не сработало. Приручение среднее. Давайте попробуем именно на мозги как-то приесть. Присесть, приесть. Она, короче, очень расстраивается, если к ней не ходить. И уровень опасности у него выше, чем у всего того трешака, что у меня есть. Просто давайте на понимание как-то. Давайте Евгений и его понимание. И понимание Джашукина сюда. И Ханна интуиции, как обычно, фигачит. И Галина бежит медведя ласкать. И Хлоя бежит привязанность показывать. Давайте, чуваки. Давай, подруга, давай ты на интеллект купишься. Плохо, не купилась. Купись на интеллект. О, хорошо, на интеллект работает, кажется. Всего-то пол лица осталось. Не, давай, Евгений, давай. Ее магический кулон, давай, Евгешка, давай, сладкий. Давай, ты молодец. Ой, ты, целую тебя. Целую тебя и целую твою пупу. Так. Если три или больше друга не умрут перед срабатыванием перегрева клипота, с уровень щечка клипота аномалии понизится. Если трое и более сотрудников не умрут перед срабатыванием перегрева клипота, уровень щечка клипота аномалии понизится. Что, прости?
Что, прости? Ты просто сама по себе триггернешься? Нет, подожди. Так. Ладно. Приноси жертвы ей. Когда у меня типа То есть, когда у нее случается перегрев клипота. Звучит очень скабрезно, конечно, но не суть важно. Ладно, что скажешь по Джошуа, Евген? Евген, давай, братан, на понимание. Шанс успеха неизвестно. Евген, давай, Джошукин. Давай, братан, ты прям вообще красавчик с этим пугалом. Формация о побеге, скорость работы, баф. Скоро, скоро, Джошукин, скоро. Еще немножко успеха. Евген, тебе просто чуть-чуть повезет, и ты просто красавчик. Перегрев клипота вот здесь вот всего лишь, это перегрев клипота. Галинка, иди на пяль. Что-то ей плохо, что-то на нее разумные аргументы не работают. Евген, жми, блин! Ты чё показываешь, что это за фигня, Евген? До свидания. Выпускай кого-нибудь бабочника или пугало, чтобы они убивали клерков, тогда у нее будет не будет гореть клиптор. Спасибо, я понял тебя. Она вообще контрится, это же... Я даже не знаю, как скармливать ей кого. Господи, какая она всратая, почему так больно? Как я это вообще должен сделать? Попробую ее не трогать. Скажи спасибо Готсу за замечательный совет взять девочку. А я не смотрел на совет Готса взять, замечательный совет взять девочку. Она тут тухнет, может быть она как бы просто не будет взрываться сама по себе. Так, понимание от Джошуа, понимание от Евгения, привязанность от Галины, Ханна, интуиция, привязанность от Хлои. Просто постараюсь ее проигнорить. Приноси жертву рекрутов. Придется как-то, да. То есть, как бы... Первый раз нормально случился. Но потом она что-то загрустила. Не знаю, с чем это связано. Джошуа справился. Евгений справился. Давайте еще раз Евгения. Джошуа на интеллект. Так. Евгений на понимание. Давай, братан, ты должен сделать красиво. Ой-ой-ой, тут сейчас, кстати, последнее. А, ну сойдет, ладно, не страшно. Сейчас заходит сюда. Она типа, я только зашел, и у нее случился минус, да? Так, надо как-то выпустить эту птицу или еще какую-нибудь хрень сделать. Я могу просто выпустить кого-то. Просто выпустить кого-то. Потому что Евгений сейчас приедет. Евгений, ты можешь, пожалуйста, наделать дел? Давай, Евгений, ты выживешь, братан. Фух, у Евгения 50-50 по этой фигне. Хорошо, давайте ее просто задоминируем как-то. Короче,
Короче, попробую... Ну, я не знаю, мне нужен какой-то просто подход к ней. Подавить Евгению. Евгений, иди дави ее к чертям собачьим. Привязанность Галина, привязанность Хлоя, интуиция Ханна. Ну давай, показывай, может быть сработает. Просто дави ее, доминируй, властвуй, унижай. О боже, она любит, когда ее доминирует. Нет, не любит. Нормально, давай, доминируй ее нахер. Доминируй ее нахер, говорю! Хорош! Доминируй нахер ее! Да доминируй ты ее! Скажи, что она стоит каждый год, проведенный в тюрьме. Давай, братан, каждый год стоит. Скажи, что ради нее каждый день бы с Марцинкевичем тусил. Это ты собака. Ах. Интеллект, походу. Походу надо брать интеллектом, но это офигенно тяжело. Ну попробуем. Попробуем, просто попробуем. Доминируй, врластвуй, анусай. Попробуем вот так вот. Сейчас попробуем Евгешку одеть в самый... Сейчас попробуем одеть Евгешку в самый антидарк сет. Эголист. Эпос броня. Сопротивление. Отлично. С Ханны снимаем. А, отлично, даже с Ханны не надо. Евгений, сюда, пожалуйста. С Ханной. Ханна. Отличный просто. Вроде нормально. Сойдет. 0.8 от тьмы. Должно сработать. Сейчас должно сработать. Давай, подруга. Ну, рассказывай. Интеллектом дави ее. Интеллектом Евгеха. Интеллектом его. Привязанность Галина. Привязанность Хлоя. Интуиция Ханна. Давай. Кстати, куда лучше тащит? Даже если ты 50-50 такое будешь проделывать, я в деле. Давай, братан, давай. Слушай, отличная динамика. В любом случае можно закрыть. Будем просто по КД ее бегать, подрубать. Отлично, она довольна. И поцелуй мне дала. Отлично. Плохой работы понизится. Если трое и более сотрудников не умрут. Хорошо. Евгений пошел дальше. Понимание. Понимание Евгением. Поехали. Ты дойди сначала, а тут уже выбрать работу. Понимание Джошуа. Сейчас сработает Кека. Сработала Кека, но мы вроде как, несмотря на перегрев. Ух, ёжик. А здесь интуиция от Ханны, здесь привязанность от Хлои. Еще что-то есть? Нет, вроде нету. Плохая работа нам не нужна, Евгений. Плохая работа нам не нужна, хотя бы средняя, мать твою, Евгений! Это плохая. Молодец, Евгений. Доволен собой, сука. Смотри, ты можешь сделать очень хитро. Посылай к ней на 100% хороший результат перед самым перегревом. У меня нет 100% хорошего результата перед самым перегревом.
Когда работа практически заканчивается, триггери перегрев, и тогда у него настроение сразу поднимается. Да от мудоха ее это возможно. Там без шансов, чувак, я видел, что она делает. Там мне никто не подходит даже. У меня нет, я не знаю, но, конечно, это возможно нормальными персонажами. У меня там ей... У нее просто... Может быть, ее просто игнорировать керам собачьим? Пошла она вон. Ладно, Евгений, попробуй интуицию тогда. Я не знаю, ну что делать, серьезно, я в потерянности. Она там видно, что ее куксит, может быть, ее вообще просто не трогать. Нахера я ее трогаю? Нахера я ее трогаю, кто-нибудь не скажет, кстати? У меня было ощущение, что... Она типа рано или поздно сама выйдет. Ну тут вообще низко. Это средний результат, судя по всему. Нет, не средний. Ха, нифига не средний. Минус 4%. Так, попробую ее порадовать. Хорошие беседы с Евгением. Может быть, сработает, но сейчас, по-моему, нет, по-моему... Подожди, а если сейчас перегрев... Стоп, Евгений, я знаешь, что подумал? Спокоен. Вроде базарит. Ну-ка, о, что-то совсем все по минусам пошло. И вообще не до базара. Ха, это просто... Это до свидания. Даже париться не буду. Ладно, я не знаю, что делать, я просто к ней пока не подхожу. У меня нету... Я пробовал давление, я пробовал много чего, я не знаю, что делать. Пошло оно все в жопу пока что. Так, понимание от Джашукина, понимание от Евгения, любовь, привязанность от Галины, привязанность от Хлои и от Ханны, интуиция. Просто все пофигу, все поехали. Я не знаю, дождусь, когда она сама хотя бы встанет. Вот и все, иди до конца, если будет нельзя, посылай Евгения. Вот, мне тоже так кажется. Нет, Евгения даже нет смысла посылать. Просто забей на него. Пусть она вылетает, убивает, я не знаю. Здорово, Вилен. Вам не хватает немного кулстори, баба, а то уже расслабились. Короче, в маг со мной никто не пошел. Но там ко мне подошла подруга, которую я видел 2 года назад, пообщались, ага. И теперь она меня поймала на том, что я должен писать ей каждый день, точка, а еще хочет, чтобы я с ней гулял, точка, это была ловушка, да? Конечно. Конечно, была ловушка. Какая подлая женщина. Какая подлая женщина, что она придумывает, да? Так, это 2-й левел будет всего лишь. Так, сейчас доберется этот чувак будет. Любовь клип — это 1-й уровень. Счастливый Мишка, лол. Счастливого Мишки, что... Подожди, как вот... Стоп. Кто у меня может закрыть счастливую Мишку? Это с привязанностью может быть только... По-моему, Хлоя умрет от счастливого Мишки. Ну ладно уж. Отменить приказ. Ханна, беги на привязанность к счастливому Мишке. Так, что у нас еще здесь? Ага, вот еще вот эта штука у нас есть. Тут с пониманием, конечно, все... С пониманием, конечно, все придет. От Юи. Эта баба меня бесит просто. Просто бесячая бабища. Мишка же не сбегает. А он же перегрев стаканет, разве нет? Или как это все работает?
Так. Понимание от Джошуа. Понимание от Евгения. Давайте, ребят, вы молодцы. С вами все прекрасно. Вы гении чистой красоты. Сейчас постараюсь... Стоящая игра? Да, прикольно. Сейчас постараюсь, чтобы у меня, типа, восход случился, и восход долго-надолго, восход на восход не отвечать. Чтобы всякие трупы клерков валялись. И я радовался жизни. Как-нибудь так. Так, здесь что у нас? База информации, информация о побеге. Ага, здесь. Угу, хорошо, вроде как живы целые орлы. Так, ну здесь Джашукин и этот товарищ. Так, выбрать работу. Мне кажется, что он немножко устал уже от моих привязанность очень низкий. Не, привязанность вообще у него никакой привязанности. Ну пошли попробуем еще раз Евгения поинтеллектуировать. Но, честно говоря, что-то как-то мой интеллектуальный департамент такой себе. Раз, два, три. Так, Ханна, топи интуицией. Хлоя, так, раз, два, три, четыре. И Хлоя тоже успеваешь привязанностью как-то отсодомировать. Угу. Должны сделать. Командир, уводи ребят, девочка уже расстроена, с восхода начнется резня. Ну, чё, ничего не знаю. Надеюсь, что во время восхода все нормально будет. Середняк у этого. Ну ладно, не расстраивается и хорошо. Так, чё, этот товарищ. 35 уникальных ПЕ ячеек. Сопротивление Уайту. Фигулина на рагулине. Так, здесь надо сколько ячеек-то? 12, лол. Может быть, ты очень низкий, высокий. Лол. Смотрите, здесь высокий... Подавление можно топить. Как интересно. Надо было все это время эту бурбугу подавлением топить. Так, хорошо. Энергии просто караул. Знаете, что я подумал? А давайте-ка я... Может быть... Подождите, а может быть я просто... Я не знаю, просто кончу день? На скорости влечу? Посылай к ней Евгения. А как я к ней Евгения пошлю? Ты хочешь сказать, чтобы я к ней послал Евгения? Послал параллельно еще кого-то? И завершил день? Она не успокаивается от Евгения. Если я ее отвлеку, вот в чем вопрос. Смотрите. Хапа, ну закончишь день, а дальше что? Дальше ты как будешь выживать? Слай к ней в Евгении и завершай день. Она, Евгений не соберет 13 на ней. Так что мне придется еще что-то сделать. Я могу попытаться запихнуть к ней Евгения и параллельно вот это суккубраза. Короче, смотрите. Давайте попробуем ток-шоу Риск. Посмотрим, как это сработает. Евгений интеллектуальную беседу идет с этим товарищем. Сюда на понимание. На понимание идет Джошуа. Сюда на интуицию. Первым должен добежать должен Евгений, если что. Сюда на интуицию идет Канна. Сюда пока никто не идет. Авелиан поддержал аж на 101 рубль глаголит, кстати. Самое забавное, аналоги. Ей столько же, сколько и мне. Но аналоги. Но я же больше по высоким качкабабам. Так.
Не получилось совершенно пока. Так, кто там у меня умирает? Рандомные чуваки же умирают. Работает тренировочная. Да, все живы. Больше покачка бабам. Так, стоп, это кто у меня? Кто это тут умирает? Кто-то огребает из... Подожди, это... Это сомнение, она убивает рандома. Так, завершить D13. А что делать с ней? Поэтому что надо заранее прийти к ней и вывести из депрессии. Я не могу вывести ее из депрессии! У меня никто не выводит ее из депрессии! Никто! Лол! Ладно, развершить. Я могу завершить. Что будет? Завершай. А, она просто сбежала? О, боже, она сбежала! Это же кайф! Пошло оно все нахер! Это же кайф! Вообще кайф! Мне ни нахер никто из этих чуваков не нужен. Джошуа, правда, мудрость 4 теперь. Пошла она вон! Значит, следующий день, да. Никакой принцессы больше. Ура! Господи, кайф! О боже, как у меня жопа горела-то от этого. И молитва всегда оканчивается вечным отчаянием молящегося. Древо, пожинавшее то, что посеяло. Многие из тех, кто перенес операцию в этой машине, находили покой, становились вновь здоровыми. О, машина какая-то. У тебя нормальные сотрудники, есть все, что нужно, это подобрать режим работы и все. Как прошел ваш день? Я только что обнаружила сотрудника, скрытно заливающего пиво в бутылку из-под воды. Иногда мне интересно, каков на вкус алкоголь. Однажды меня повредил вирус, замедляющий мое восприятие, делая меня раз в 10 медленнее. Они говорят, что это чем-то схоже. Все смеялись, когда я неуклюже передвигалась. Управляющий, ваше выражение лица дало мне понять, что вы о чем-то задумались. Если вам есть что сказать, прошу, говорите. Косячок. Я задал вопрос, и кто она такая, типа? Все диалоги между нами записываются и отправляются напрямую в корпорацию лоботомии. Но она сказала, что она ИИ. И все же вы задаете бессмысленный вопрос, подозревая меня в желании нанесения вреда корпорации лоботомия. Я вам отвечу. И я существую лишь как часть системы. Подобное просто неосуществимо, и даже если бы это было возможно, то попытка все равно обречена на провал. Ты же понимаешь то, что она не совсем убежала? Если она сейчас на спауне будет находиться, то я проиграл. А, она теперь здесь. Она вернулась. Да ты зря паникаешь. Так, Джошуа не может ходить к этому. Джошуа не может ходить к этой штуке. Нужен кто-то с... уровнем. Подожди, а сколько тут надо народу? Надо просто кого-то с мудростью. Джошуа, правда, 4 инты. Джошуа 4 инты. Кого-то, у кого мудрость 2, мудрость 3. Мудрость один. Ай, кто это из вас? Мудрость один. Вау, выдержка 4, мужество 4.
Можно просто... Выпускай пугало погулять на жатву с трех сотрудников и подавляй его потом качанными сотрудниками с хорошими пушками. Джошуа жирный, можно этим пытаться реально пользоваться, у него 70 хп. Он, по идее, должен уже... У него выдержка 4. И, кстати, у Ханны, по-моему, тоже выдержка 4, да? А, это у Ханны и есть выдержка 4. У Джошуа X. У Джошуа выдержка X. Можем пытаться... Так, давай-ка, Джошуа, мы тебя оденем. Какую-нибудь вот эту мелкую крокозябку мы попробуем, короче, Джошуа одеть. Кастомизация сотрудника. Не так. Эголист. Что у нас дает самый большой резист от тьмы? 0,8. И он сейчас на Евгении, да? Да, на Евгении. Евгений, снимай. Джошуа, одевай. Евгений, одевай какой-нибудь... Что хочешь, одевай, короче. Сопротивление на 0,8, да, нормально. Антисвет, то, что нужно. Так, теперь. Посылай его на девочку на привязанность. Сейчас попытаюсь это сделать. Теперь я хочу кого-то из первого отряда на интеллект бафнуть. Например, Юи. Вот тебе Юи плюс один интеллекта. Макс МП. Нужен кто-то, кто достаточно... Да, Юи достаточно жирнючая в этом плане. Макс МП 23, 25, 27. Во. Габриэла. Вот тебе мудрость плюс один. Подтвердить. Габриэлу сюда. Ты будешь сейчас ходить на пугало. Ты сейчас будешь просто по хардкору ходить на пугало, как упоротая. Как упоротая, получать, я очень надеюсь, за это что-то. Может, купишь бронь и оружие желтое? У меня, кстати, да, у меня, кстати, здесь нас пугало, я, по идее, должен иметь возможность. Уязвимость. Борода. Тип блак. Вот зато оружие действительно можно уже грабли кому-то вписать. Вот тебе черные грабли. Хочешь, Джошуа, черные грабли? Ну, почему бы и нет. У меня, кстати, здесь... Максимальное количество. А чё у Мишки? Можно блак, обычная уязвимость, сопротивление, уязвимость. Раковое оружие. Просто можно две лапы создать медвежьи. Будут по 7 ломать. Тут у тебя чё? О, сопротивление 0,7. Вау! Отличная тема. Ну-ка, Джошуа, отменяем задачу. Братан, отменяем. Эголист. Джошуа, это все фигня. Сопротивление 0,8. А, нет, такое же сопротивление. Не, 0,7, да, Джошуа сняли и отделали. Кстати, оружие, Джошуа, у тебя какое? У тебя хе наслаждение. Вот тебе тогда хе блэк. Грабли адские. Правда, на усыпление эта штука. На усыпление пусть бегает первый отряд. Так, Тед, Юя и Габриэла будет. Хорошо. Так, хорошо. Да, вроде как нормально. Раздетых нету, безоружных. Ну, безоружные как бы так-то... Ну, есть те, которые с Зейнами бегают. Это смехопанорама, конечно, но... Пофигу. Так, ну Джошуа должен красиво делать.
Джошуа, на тебя вся надежда, ты должен делать красиво. Евгений тоже должен делать красиво. И Габриэла, ты тоже должна делать красиво. Ребята, на вас прям вот очень плотная надежда. Ханна жирная, как поезд пассажирная. Галине, Галине хотим что-нибудь дать? Галине бы плюс один этот не помешал бы. Плюс одна... А, мужество плюс одно. Тогда бы она могла бегать между Мишкой и плюс один мужество. Сколько будет стоить Галине плюс один мужество? Между 6, fuck my life. Никак. Между Мишкой и Мишкиной шишкой. Без шансов. Ну ладно, хорошо, подожди. А интеллекта у тебя сколько, Галиныч? Интеллект у тебя нормально. Не, ладно, пробуем это так, день. Ёпрасоте, давай. Аллах, Аллах, велосипед, давай, спаси, спаси, захорони. Так. Это что за покемон? Использовать это новый артефакт. Все фигня. Габриэла, для начала, понимание. От Габриэлы понимание пошло. От тебя выбрать работу. Привязанность. Джошуа, привязанность. Джошуа, привяжи ее к себе. Выбрать работу. Подожди. Ты же поддавишься, да? Ты давишься после тройки. Ты давишься после тройки. А у товарища... А у товарища этого высокие подавления. Хорошо. 231/2. Так, тем временем. Габриэл... счастливый Мишка обнимается один раз с Галиной. Канна продолжает интуировать по полной программе цветок. А здесь Хлоя устраивает кавалькаду привязанности цветку. Кстати, цветок может что-то еще покачать? Высокий-высокий нет. Цветок качает только одно. Цветок неудобный, просто до обосрамся. Ты не трогай другие аномалии. Сначала протести девочку. Да уж, сразу с копом, чего уж тут. Да девочка, как бы если сейчас девочка не справится. О боже. Джошик, да ты ее альфуешь? Джошик, да ты показал? Джошик, мать твою! Джоша! Джоша! Плюс 18! Я тебя люблю. Джошуки, Джошуленька, Джошусёшечка. Так, руководство по обращению меня мало интригует. Наверное, сразу с базовой информацией как-то пойдем работать. Да, да, Джошукин, ты просто босс. И сколько ты получил? Джошуа почти 100% сразу фуловый. Господи, какой же ты молодец. Так, теперь показывай, как ты дальше будешь это дело делать. Так, выбрать работу. Так, она хилит в конце работы. Она хилит в конце работы. Себя, да? То есть сейчас я должен взять... чуваки просто афкашат такие, типа ла-ла-ла-ла-ла-ла. Псоревная цифра минус 4%. И что это означает? И что это значит? Это шанс успеха. Он дает тебе скидку. Ну, в смысле, не так уж... Не все не так быстро, как говорится. Так. Пугало понимание Габриэлла. Понимание... Не-не-не, альфование. Альфование Евгений. Так, Ханна интуиция. Интуиция от Ханны от Хлои.
В этом зеркале кто-то хочет посмотреться в себя. Да пожалуйста, лол. А кто из вас дебилов посмотрит? Юи, ты все равно пососина. На, иди гляди. Отправил к ней только тогда, когда она будет плакать. Она уже вон плачет. Джашукен, покажи класс. Джашукен, давай, делай красиво. Да чувак, что-то не заальфован. Евгений, ты чего? Так, шанс успеха плюс 4. А то что-то какая-то борода. Надо еще одни виллы. Виллы слишком отличные, чтобы я их не создавал. Надо виллы создавать между фазами. Так, девчонка. Ох, тут соу 50-50. Главное, чтобы середняк был и Джоша не умер. Джоша не умрет, все в порядке. Это нормально. Минус 4%? Что? Она недовольна. Я понял. О, подожди, она сейчас... Подожди, стоп. Убивай малых. Хорошо. Все нормально? Не, не нормально, ребят. Нормас. Давайте посмотрим, что она делать будет. Клерки. Я понимание нажал. Я нажимал при привязанности. Почему вы решили? Мочи ее Джошиком. Ставлю на то, что Джошукин и да Джошукин без шансов просто сольет. Мертв. Ваншот. Без комментариев. Не, очень тяжело. Хорошо, ладно. Попробуем. Короче, смотрите, она начинает грустить. Тогда мы отправляем к ней Джошика. Вот в чем дело. Так. Евгений, да. Габриэла, да. Все остальные хорошо. Молодцы, ребят, поехали. Потрогай новую аномалию, она полезная. Джошукин, кстати, да, действительно может пока поиспользовать эту аномалию. Джошуа, промкни эту аномалию. Надо аккуратненько. Понимание от Габриэлы. Подавление от Евгена. От Ханны. Интуиция. Привязанность от Хлои. От Галины. Привязанность. Требуемое время 0.10. No yes. Радикальный умник. О, можно уже первый пацан. Загадочная высшая. Все характеристики использующего машину сотрудника будут повышены. Вау, это же явно. Повышено. И теперь у Джошика 1-1. Поиспользовал. 1-1-1. Габриэла в панике. Карающая птица. Понятно. Понятно. Чё, Джошуа, ты как? Нормально? Понятно. Очень полезно. Ну, хотя бы не умрет в конце дня. Ее легко можно забить, просто нужно бить всеми сразу и выращиваться от луча, но это гемор, проще не упускать ее.
Короче, можно же первого левела какой-нибудь дурачка туда в машину зафигачить. Почему нет? В действительности, зачем Джошуа? С Джошуа-то все понятно. Так, подавление Евген. Интеллектуальный разговор Габриэлла. Интуиция Ханна. Привязанность Хлоя. Привязанность Галина. Если что, да, если что, можно будет просто попользоваться, там, например, какого-нибудь перволевельного сюда запихнуть. Хотя и так легко заполняется это, так что не хочу. Машину можно снять, когда говорит yes. Да, ежу понятно, что это какой-то лотерейка, но мне, честно говоря, максимально лениво сейчас с ней кривляться. Это... Евгений. Габриэлла. Ханна. Хлоя. Хлоя. Так, хорошо. Здесь надо будет поговорить с кем-нибудь очень умным. Кстати, кто-то очень умный. А эта штука все равно пусть она все равно не сбежит, да? Это же без разницы. То, что это мерцает, они все равно не сбегают. Угу. Лоу-левел в машину засунь, его не жалко. Я вот тоже думаю, что лоу-левел в машине это... Габриэлла из тренировочной команды ведет себя странно. В панике. А почему ты в панике? Так, стоп, стоп, стоп. Так, чуваки, белой штукой. Неряшливый новый сотрудник. Чуваки со святыми дубинками. Ха-ха, хорошо, пришла в себя. Молодец, Габриэлла. Волшебные трындюля деда. Так, пойду Джошуа привязанностью привяжу. Здесь подавлением подавлю. И здесь интеллектом тоже подавлю. Удачи. Раз, два, три. Здесь пока что интуиция от Канны пошла. Так, девчонка грустная, мы к ней пришли, влюбили в себя. Она раз воспряла духом. Это был суперский вариант. Отлично. 18. Я даже до сих пор базовую информацию о ней не могу вытащить. Супер муха. Теперь у нее дебаф. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо было бы, если бы было хорошо. На самом деле нифига не хорошо. Здесь желтуха творится. Так. Собранный чек 60. Можно себе сделать. Все пофигу, потом сделаем. Так. Ну, она довольна пока, это приятно. 4% фигня, можешь еще раз два сходить. Да я схожу, поверь мне. Сначала делаем легкий восход какой-нибудь. Кто-нибудь из вас, умников или умниц, на понимание? Юи, сходи на понимание, пожалуйста. Нет, пусть будет Гонзалес. Гонзалес, сходи на понимание, пожалуйста, родной. Сейчас будет мрачный замес восхода. И там уже посмотрим. Чё у нас, как у нас, конечно же. Давайте зажжем в жизни яркое пламя. Так. Алый рассвет, сопротивление огню, уязвимость. Не кажется ли здесь просто драка какая-то? А вот алый рассвет. Скорее всего,
везде справятся, кроме как... Кроме как на первом этаже. Хотя что-то даже на первом этаже справляются. Да, он вообще слабый. Аплодисменты плюс 10% для меня кто-то. Так. Так, подружка, давай-ка мы с тобой поговорим, Джошуа. Привязанность, Джошуа. Давай, братан, ты должен сейчас это сделать. Габриэлла, понимание. Альфование от товарища Евгения. Давай, братан, просто надо. Интуиция от товарища Ханны и привязанность от товарища Хлои. Отлично, здесь вообще позитивно, позитив, смотрите. Она в хорошем настроении. 35. То, что нужно. Так, 35 очечей. Базовую информацию раскроем. Раз, два, три, четыре. Или как? Базовую информацию, шанс успеха плюс 5. Я думаю, что шанс успеха плюс 5 мне просто больше нравится. Магическая девочка, Блак, 3-4. Это что за херня? Где драка? Какого черта? Кто дерется? Габриэла в панике. Стоп, 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 стоп. Карающая птица с ней. Габриэла не справилась, мать твою, ты чего? Только карающая птица, я надеюсь, ее подавлять никто не будет. Если я сейчас нажму... Сбежала карающая птица. А если я сейчас нажму завершить день, у меня Габриэла умрет? Или все? Пусть чучело сбежит еще. А что, а чучело-то зачем сбегать? Умрет. Нет, ладно, значит, Габриэлу мы возвращаем. Габриэлла. Габриэлла в панике. Указательные трындюли. Ага, все. Все, чучело. Отлично. Надо ее быстро поводовить белым уроном, птица не успеет сбежать. Отлично, у птицы у самой, как я понял, белый урон. Да? Да, у птицы, судя по всему, у самой белый урон, лол. Нет, у нее ред. А все тогда? 230-230. С девчонкой потусили. Так, ладно, все вроде как должно быть хорошо. Повышены 2. Хорош, я сделал квест. Да есть же. Хорош, хорош, хорош. Фу, хорош. Просто да есть же. Просто да есть же. Так, это что? Я дарю свой подарок, наполненный моей бесконечной ненавистью. Эта магическая пуля может упасть в любую цель, на которую вы укажете. Кажется, из-за замочек этой машины у нас постоянно проничает взгляд. Давайте вот этого чувака. Управляющий, вы слышали новости? Сообщили, что внутри комнаты комплекса, находящейся в закрытой зоне, обнаружена крыса. Это серьезное происшествие. Убийство крысы не проблема, но останки могут повредить систему комплекса. Это одна из причин, почему наша компания так следит за безопасностью комплексов. Пожалуйста, помогите мне. На этот раз я лично разберусь с этим. Но управляющий, если вы обнаружите крыс, пожалуйста, сообщите мне об этом напрямую. Это намек на крыс, которые стучат? Спасибо, что выполнили мою просьбу, управляющий. Я чувствую себя увереннее в эти дни. Ход, я слышала, что у тебя опять новое, отвлекающее от работы занятие. Привет, Анджела. Ты говоришь о моей программе консультаций? Да, прекрати ее немедленно. Но почему? Она помогает другим сотрудникам. О, прошу, не вводи сама себя в заблуждение. Ты здесь совершенно бесполезна. Но что насчет Тиффани? Моя программа помогла ей справиться со стрессом. Тиффани?
Тиффани Браун из команды безопасности? Эта энкефалинозависимая уже больше не с нами. Она что? Она разорвала свой контракт с компанией в крайне срочном порядке. Ее тело будет кремировано завтра. Конечно же, она приходила к тебе очень часто. Она приходила к тебе, потому что ей нужен был энкефалин, а не потому что ей нужна была твоя поддержка. Ты выдавала приводящие к сильному привыканию вещества, будто раздавала конфеты. Понятно. Что насчет Недзача? Ты ему давала вещества. Я разрешила твою программу консультаций для понижения стресса сотрудников, а ты всего лишь делала из них наркоманов. Недзач, он говорил мне, что хотел бы рассказать о моей программе своей команде. Ты должна была доложить еще тогда, когда заметила первые симптомы. А. Ход. Твое сострадание только усугубит ситуацию. Твоя программа остановлена. Я настоятельно рекомендую прислушаться к моему совету. Держись подальше от остальных, в частности, от нестабильных сотрудников. Им нечего терять. Они сделают все, что угодно, чтобы получить то, что они хотят. Блин, конечно же. Подробности. Как вы знаете, сотрудники получают повышение в зависимости от их заслуг. Если в вашем подчинении будет больше ветеранов, то и работа станет легче. Подробности повысите сотрудника до 4 уровня и выше. Мне дадут какой-то перк-то, ёпрасоте. А то я чё делаю-то? 5-й левел, fuck my life. 5-й левел не сделано нихера. Во. Переподготовка галеров, чтобы они были готовы к различным чрезвычайным ситуациям. Руководство пользователя используется для того, чтобы сотрудники обучались быстрее. Нахождение более работоспособных кадров. Ну тут скорее больше переработка процедуры найма, это очень хорошо, но мне кажется, выдача руководства пользователя. Мне кажется, что обучались быстрее, это прям вообще шикарно. Да, сначала руководство пользователя, потом найм, потом клерки. Ты, кстати, рейтинг вау. Ты даже еще не последний рейтинг, сэр. Fuck my life. Лоб поинт. А Габриэла, кстати, сколько у тебя? Мудрость 3 у Габриэлы. Ты мне больше Габриэла не нужна. Приветуси. Так, правильно я понимаю? После того, как сотрудник с уровнем мудрости равным 3 или выше заканчивает работу, уровень счетчика клипота повышается. Понижается. Может быть, я как-то могу... Да пройдем последний день? Не знаю, сейчас играем, что, смотрю. Эпос броня от белой брони. Наверное, больше эпос оружия меня пока интересует. Так, выйти. Значит, здесь что у тебя? 46, все изучено. А, нет, не все изучено, лол. Подавляется очень. Подавляется высоко и эпос броня. Сопротивление, вау, 0.5. Смотрите, какая красота. 45, дай. Дай. Не могу скрафтить. Фак, посмотрите, какой жир. Так жирно, что аж очень жирно. Так, Мишаня, сколько? 16, мало. Ты 96. Много, но толку никакого. Так, мне надо какой-нибудь слабого юнита с большим количеством МП и ХП. Макс МП 20, 25, 17... 22-25, Сьюзан. Сьюзан мудрость плюс 1. Подтвердить. И сюда Сьюзан вместо Габриэлы. Габриэлу обратно просто. Хотя Габриэлу можно и сюда.
Пистолеты неплохие, кстати. Да там все неплохое, вижу, понятно. Так, Ханна, Хлоя, Галина. Вот Галине бы... Может быть, я не знаю. О, у Галины, кстати, выдержка 2. Теперь Галина может ходить на... цветок, да? Не, на первую штуку может ходить Галина. Угу. Что может с кольцом играться? Так, вроде я готов. Оставляем пока остальные статы. Мне нужно как-то разбафаться. Разбафаться до 4-го левела. Сьюзен, скорее всего, после замеса будет 3-я. А вот Ханна, возможно, получит плюс левел. Если Ханна сделает что? У нее выдержка и мужество очень высокая. Ну да, Ханна будет просто по кругу делать свою штуку. Поехали. 260 надо сделать. Джашукин пока ничего не делает. Артефакт мы пока не используем. Ну что ж, начинаем с Сьюзен, которая на первом левеле начинает пугало ХЕ левела жамкать. Здесь Евгений подавляет. Джошуа абсолютно не торопится с девчонкой. Привязанность 100% у Галины, привязанность 100% у Хлои, и Ханна делает свое интуитивное дело. Поехали. Поехали! Так. Здесь как-то 50-50 у Ханны, у моей подружки, у Сьюзи. Сьюзен сейчас, по-моему, вообще будет. Сьюзен обезумела. Так, в панике. Галина поехала за ним, Гонзалес поехал за ним. И здесь, кстати, негативка будет. Так, приехали. Приехали, Сьюзен не выдержала замеса с пугалом, не знаю почему. Пугало, которое ищет мудрость. Поехали-ка всеми его крошить. Пугало, ищущая мудрость. Короче, стопе, Евгений. Пугало, ищущая мудрость. Евгений. Пить Евгения. Гонзалес получает просто обосраться. Гонзалес. Так, давайте, кстати, Гонзалес тогда отступит, а Евгений тогда вернется. У него, интересно, есть смарт-каст? Да, есть, он вернулся. Он сделал редирект на снова Евгения. Тогда Евгений снова уходит. Хлоя получила. Хлоя обезумела. Он решил Джошуа подамажить. Юй оказался слабее Гонзалеса. Гонзалеса Галина пуща идет, разбивает. Так, отлично. Сьюзен мертва. И Хлоя. Где Хлоя? Вот она, Хлоя, да? На Хлою мы идем опять же Галиной. Так, птицу мы не трогаем. Ну, минус Сьюзен. Пацаны первого уровня просто бесполезны. Зачем ты посылаешь на смерть? Я, честно говоря, не с двумя... А в смысле, в прошлый раз моя подруга именно с первым левелом
Все, пришли в себя. Сьюзан мертва. Юи в панике. Где Юи в панике? За тобой бегут? Гонзалес. Подавляет. И Галина. Подавляйте. Вот как бы в прошлый раз справлялись и нормально. В прошлый раз до третьего левела докачался чувак, у которого как раз таки был вполне себе... Так, а пугало что, оно вернулось у нас, да? Оно тут работало. Так, ну вроде как все по домам, да? Себя пришла Юи? Где она бегает-то? Вот она бегает. Ее никак не могут догнать, что ли? Че она шарахается-то? Гонзалес, приказать подавлять. Галина, приказать подавлять. Че она, типа, проходит через место на место, и они уже догнать ее не могут? Или что? Что за херня? Что происходит? Гонзалес, подавлять, приказать подавлять, подавляет. Галина, приказать подавлять, подавляет. Что? Что здесь такого? Что происходит? И никто не успокаивает. Так в смысле, я полчаса уже нажал эту херню назад? Где эта подлота бегает? Все, в себя пришла. Finally, some good fucking food. Так, Сьюзан не выдержала чуть-чуть. Очень бесит на самом деле. Так, здесь Евгений дави. Здесь Галина. Галина второй раз подряд не ходи. Галина, сходи на привязанность к этому чуваку. Да, Галина теперь ходит. Галину мы хотим посвятить в это. И Ханна сюда. Ребрев клип, это первый уровень. Так, сюда мы кинем просто какого-то... просто лютого пососика. Например, вот такого, Гонзалеса. И сюда мы... Опять же, да, лютого какого-нибудь номер два. Например, Габриэлу. Не-не, Юи лучше. Все равно не бойцы. Сойдет. Зато девочка довольна. Да, и казалось бы, здорово должно быть. Сейчас вот единица здесь будет, то и выйдем. Можешь еще попробовать еще поиспользовать. Ну, хотя и так нормально. Все характеристики босса будут повышены. Загадочная... Да, действительно, девочка очень счастлива, это очень приятно. Так, Евгений, продолжай подавлять. Ханна, продолжай интуировать. Юи мертв. А почему Юи умерла? Подожди, а куда я Юи зафигачила? А, это от кольца! Фу ты, блин! А факинговый браслет! Юи, куда у нас пошла? Юи умерла? Подожди, а почему... Почему Юи умерла? Юи еще один лемминг умер. Ну и ладно, ну и хрен с ним. Паники ни у кого нету, и хорошо. На привязанность играет Галина. Вот у меня основные рабочие темы. Скоро восход придет, и я буду умирать. Минус два тела за день. А, это не тела и были, это тела леппингов пошли они вон.
Они нахер реально не нужны. Скоро возьму талант на типа на стартовый отбор. Надеюсь, эта штука поможет. То, что если нет, то это досвидисимо. У меня, кстати, сейчас четвертый этот должен просраться. Евгений, да-да. Интуиция Ханна. Привязанность Галина. Это все веселится, ей все пофигу. Сейчас. Сомнение. О-о-о, как-то у меня не очень здорово по таймингу вышло. Раз, два. Так, сомнение. Где сомнение у нас? Чё-то сомнение, что это хорошее сомнение. Так, Евгений, Джошуа, разбивайте. Хлоя Ханна работает. Здесь пусть пока эта штука работает. Как Хлоя Ханна доработает, тогда поговорим. Хотя, может быть, Ханна. Может быть, Хлоя сама разберется. И здесь у нас прям тут, да? О, кстати, чуваки. Опа. Их тут, кстати, очень мало. Это очень неприятно. Габриэла умерла. Гонзалес в панике. Но ее быстро завалили. Все в порядке. Короче, я наумирал людьми. И это очень нездорово при битве с... А вот эти чуваки раздолбили просто на раз-два. Так, Ханна, Хлоя, отступи пока. Вот сюда. Где здесь у нас? Минус 50. Ёжик, у них тут все плохо. Где эта деревяха? Тут? Угу, вижу. Эту деревяху пущай вот эти товарищи принимают. Отдел без кадров. Это плюс рестарт, я тут натерял прям пипец. По идее, динамика позитивная. Сомнения, жизнь есть. Страдания. Плюс 10% дневной квоты. Здесь у нас... Почему здесь минус 50%? Потому что все лемминги умерли, да? Да, потому что все лемминги умерли. Ну, как вам сказать? Джошуа, привязанность. Поехал. Может быть, стоит дозакрыть эту дверь. Евгений, додавливай. Ханна, интуиция, успех. Галина, привязанность. Поехали. Ей 16 шок, она довольно вполне. Магическая девочка. Формация побеги. Счетчик клипота. 2. Понятно. Ну как вам сказать? Как вам сказать? У меня умерли все лемминги. Я умер большим количеством леммингов. Я не знаю, что вам сказать по этому поводу. Технически это большой минус. Технически это большой минус. Технически это большой минус. Но учитывая, что я скоро буду нанимать типа... У тебя нет очков на норм сотрудников. А это сотрудники норм? Ну то есть как бы... Технически правильнее рестартнуть. Press R to restart. Да, мне тоже кажется. Ну, это рестарт, если бы ты не заканчивал прямо сейчас, да. Там будет очень мизерный баф для новых. Да, конечно, это новый день. Да, тут даже думать. Как бы без шансов. Слишком много потеряно. Слишком много потеряно, и, честно говоря, Сьюзан, вот эта вот мелкая жопа. Выдержка. Мудрость дает тебе... Мудрость и дает макс хп, ребят. Скорость передвижения, скорость атаки. Скорость передвижения 7. Макс хп что дает? Мужество же, правильно, да? Мужество, мудрость, макс МП.
Вроде нормально. Ого, у тебя... А, это Евгений, господи, я аж прям обосрался от статов. Так, ладно, ну короче, мужество, ХП, мудрость, МП. Короче... Теперь Сьюзан будет все время бороться с этим чуваком, который бьет вайтухой. Если ты, Сьюзан, будешь биться с вайтухой, то вот тебе сразу эго-лист. Мне нужен на максимальная броня на минус вайт. Сопротивление 0.8, 0.8, 0.8, 0.8. У любой брони 0.8. У любой брони 0.8. Да какого ж хера ты тогда умираешь-то? А оружие не работает, да? Ну, то есть, как бы оружие не решает, когда они туда идут. Конечно, не решаясь, что бы оно решало. Пушка, конечно, 6.12, отличная. Джашукин, когда приходит разбивать пацанов, там они разваливаются просто как дети. Ладно, пушка, воздушка. Медвежья лапа 7-7. Тед Ред. Если уж ты таскаешь вот этот мусор, то хотя бы вот тебе. Что за фигня? Юи. Сюда-сюда. Да почему ты не можешь использовать-то? Мужество 2. А, без мужества 2 это не таскается, лол. Дай мне броню хе или ваф, максимального уровня слезть. А у меня есть хе, да. Сьюзан. Требования, да. Галина. Где Галина у нас? По какому оружию Галина? Галина, прикалывайтесь. По слабенькому. Вот вам 7-7. Медвежья лапа. Хорошо. Кто у нас еще мужественный? Хлоя. Хлоя тоже на медвежья лапа будет ходить. Красава! Оранжевое белое оружие теперь. У меня три виллы, между прочим. Сьюзан. Может, чай на самом деле. Пусть чай с виллами бегают. Дай Джошику бронь с цветка. Джошику бронь с цветка? Джошуа. Бронь с цветка... Это вот настолько... А зачем? У Джошуа отличная броня. На 0.7 сопротивление от тьмы. Не-не-не-не-не. Напиши ВК, хорошо. Ладно, должно сейчас заработать туда лучше. Сьюзан, тащи. Евгений, подавляй. Джашукин, пока сидишь. Привязанность к Галиной. Интуиция... Ханне. Или Хлое. Может быть, интуиция Хлое тогда? Чтобы она перешла на четвертый левел. Какого уровня Хлоя у нас? Ага, мне нужна Канна, потому что она на третьего уже. Сойдет. Можно, в принципе, привязанность на 17. Хлоя такой себе привязальщик. У Хлои выдержка 4. Это значит то, что она по сути должна а обычный, не высокий, а обычный. В этом-то фишка, что у нее упала уже. Упала шляпа. Так, хорошо, иди сюда. Слышь. Отменить. Так, тут у нас что, нормально все? Сьюзан еле-еле душа в теле, на самом деле, с пугалом борется, но борется. Молодец, по 4 урона носит. Ну, молодец, Сьюзан. Молодец, Сьюзан. Сьюзан регень. Она хе, а его броня тес. Он получает на 20% больше от ваф. Да, я думал, там просто по сопротивлению работает. Понимание. Ждем, пока Сьюзан зарегенит, и пойдем поедем.
А Евгений, если можешь, уже подавляй. Евгений, подавляй. Сьюзан, понимай. Это что ж такое-то? Сьюзан, понимай. Евгений, подавляй. Хана, интуизируй. Вон, что-то мало пока что манки. Хотя, я думаю, хватит. Ханна, интуизирай. Так, Галина, обольщай. Ханна, интуирай. Сейчас пойдет левелок. Воу-воу, ра-ра-ра-ра. Перегрев клипа-то, первого левела. Сьюзан в разы лучше начала делать. Перегрев клипа-то. Джашукен, при... обольщай. Перегрев клип, это очень интересно. Выбрать работу. Евгений, подавляй. Евгений подавляет. Какой молодец. Там идет урон сопротивления, множитель разницы равно входящий урон. А, ну тогда да, действительно надо было ХЕ брать. Тогда действительно надо было брать ХЕ. Так, здесь у нас что? Все довольны, значит, Галина. Галина, привязывай, привязывай дальше. Привязанность качай. Ханна, интуицию качай. Так, это на три колбы, да. Интуиция, значит, больше всего мне нужны... больше всего мне нужны вот эти, поэтому подавляй. А, ты уже получил только что, да? Хорошо. Иди... работай. Понимай. Сьюзан, понимай. Здесь желтая стата, но... информация о побеге зато открылась вот нам. Теперь скорость работы плюс 3. А, подожди, у нее желтая! После этого мне нужен... мне после этого нужен зеленый только исход. А Джошка не вытащил на зеленый исход. Приветики, здравствуйте. Овнет, просто овнет. Если она в истерике, нужен только зеленый. Ну, я сделал все, что мог. Попробуем, кстати, Джашукин... я не знаю, но попробуем эголист. Значит, эпос броня. Джошуа вместо Тед возьмет наслаждение. Надеюсь, что оно так работает, как вы себе... ну, как Джош... как сказал Готс. Лаппоинт 5. Мы хотим Сьюзан заранее что-то накинуть вперед. Но мудрость нельзя. ХП. ХП-бар можно накинуть. Да, Сьюзан-то на самом деле в МП дело. Поехали. Сьюзан, понимай. Подавляй. Евгений. Галина. Галина, оголяй. Хлоя. Интуяй. Подавляй ее Джошиком, только трэш береги. Подавляй? Нет, подавлять никак. Не подавлять, а обольщать. Что это за идея-то такая у тебя? Фикс. Непонятно. Здесь середняк. Сьюзан, бедняга, потеет. Евгений, подавляй. Галина, привяжи. Меня так легко забыть и легко потерять. Не надо мне, брат, пивка наливать. Сьюзан, давай. Сюда надо кого-то отдать. Щегла малого
какого-нибудь 1726, что это за помойка? Гонзалес. Да, сведуйте. Оденешь, сразу сними, Гонзалес, напоминаю. Так, здесь надо привязанность Джашукином. Так, сет девочки. А что значит сет девочки? Это, ну, зачем мне это? По-моему, можно Гонзалеса уже вернуть, да? Так, тут, по-моему, середняк, да? По-моему, середняк получается. Сейчас проверим. Джашукин, давай. Середняк, ГГ. Ну, я тут просто кидаю монетку, ребят. Я тут просто кидаю монетку. Джашукин, Джашукин просто должен законтрить. Все тут. ГГ. Нету ничего. У меня нету больше никаких ни секретных ингредиентов, ни какой фигни. Просто, просто Джашукин должен сделать свое дело грязное. Все. Все, я тут вообще ничего делаю. Просто ты, когда ее усилишь, совсем будет такой кавай. Ты подавишь? Ты подавить ее не пробовал? Нет, давить ее не пробовал. Ну, во всяком случае, у меня Джошек не... У меня у Джошека отличное недавление. Недавление. Я могу попытаться попробовать сейчас? Могу попытаться попробовать. Че, Галинка? Евген там просто разрывает. Галинка. Ну так попробуй, Джошек плюс один давит, а остальные бегают от нее. Только со спины заходи. Подожди. А-а-а, в этом смысле. Не-не-не-не-не. Она ваншотит Джошека. В этом смысле подавить. Я подумал, ты имеешь в виду кулачок ей сделать. Нет, нет, нет. Никак. Она ваншотит Джошека, он даже подбежать к ней не сможет. Медведь. Медведь все равно не сбегает, да? Ну а что значит, что медведь не сбегает? Нет, какая разница, я могу и Хлоя его усмирить, по идее. Мне не страшно. Давай, Джашукин, братан. Ты в этот раз ты должен, давай. А ты со спины сойди, она в сторону смотрит. Она блинкуется, лол. Она блинкуется, лол, и это очень тяжело, я не управляю так, как тебе это представляется. Если бы я мог ими управлять как сверху снизу, я бы изи это сделал. Так, Ханна. Галина. Я бы изи это сделал, но... Давай еще чуть-чуть, пожалуйста. Нейтральная хрень. Ну давай попробуем, смотри. Так, во-первых, как выделить всех? Вот все в эту комнату отправились. На сюда. Джошек, ты где? Вот он тут застрял, да? Нет, все для начала пойдут сюда. А, сейчас она дунет, по-моему. Ладно. Если бы Джошек нарыл еще одно очко. Если бы Джошек нарыл еще одно очко. Хочешь мой хитрый план перед самым перегревом попробовать? Перед самым перегревом? Посмотрим.
Не, просто Джошик должен сделать то, что от него требуется. Ну, все, ну вот нет у меня аутов. Я могу, в принципе, всех спасти в коморку, потом всем сказать убегать, прыгать на голову этому дурному дракону. Может быть, получится. Так, отправлять Джошика, пока перегрев не случился, и так и тут же его доводи, она более покладистой будет. Отправлять Джошика, пока перегрев не случился, и тут же его доводи, она более покладистой будет. Па-па-па-па-па-па-па-па. Мишка, привязанность Хлоя. Ну, сейчас эти чуваки доборются здесь. Сейчас доборются здесь, и я, пожалуй, поеду, попробую Джошукиным сделать грязь. Все, все доборолись. Все доборолись. Аллилуйя! 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 Я буду пристально смотреть. Ну давай, Джошукин, спокоен. Молодец. Два, три. Уверенно. Уверенно, Джошукин давит. 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 Класс вап. Давай, давит. Давай, альфой. Альфой ее, Джошик. Альфой своей. Сладкой. Поиграй со сочами. Поиграй со сочами, Джошукин. Поиграй со сочами, я говорю, Джоша! Джоша, 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 Джоша! Да, сука! Да! Дан! Дан, бич! Дан, магическая девочка, еще тридцатник. Формация по беге, конечно же. Хотя подожди, тридцатник это 30, это 28, чтобы открыть аномальные предпочтения, да? Скорость работы будет плюс 3. Может, я что-нибудь еще узнаю классное. Ой, лол, я ее бью самой подходящей привязанностью, ребят. Самый подходящий Карл. Что? Я открыл 4 штуки по 7, и ты не дала мне шанс успеха? Тварь, сволочь! Охереть! Лол! Я открыл все здесь нахер, это больше, чем информация о побеге. Вы что там, долбитесь куда-нибудь во что-нибудь? Шиндец! Да, Хельгушка, я вижу, сейчас я уже скоро заканчивать буду. Ладно. Ну, если это вайпотрай, то я умываю руки. Так. Раз, два. Раз, два, три. Значит, привязанность Галина. Ханна, интуиция. Когда у нее плохое настроение, очень низкий шанс успеха. Так она заранее получает... Так она заранее получает минуса. Я тут даже не знаю, что делать-то. Так. Заводить Джошу перед самым перегревом, когда она уже заканчивает работу, триггеришь перегрев, получается хороший результат, у нее сразу повышается настроение. Ага, я понял, о чем ты. Но не, я что-то боюсь. Так, Евгений подавлямс. Сейчас же Евгений делает одно подавление. Евгений делает одно подавление. Мы здесь, наверное, открываем кого-нибудь из слабеньких. Отлично. Так, здесь... Я даже этого не буду делать, она просто... Ты успешно брать энергию до того, как она выйдет. Я тоже так считаю, да, я сугубо согласен с этим. Интуиция 81, Галинку, Галинку сюда. Галинку на привязанность. Поехали. И в добрый путь, товарищи.
аплодисменты. Алый рассвет, пам-пам. Они два заспавнили здесь, типа. Алый рассвет Канна подавляет. Эти тоже Канна подавляет. И здесь аплодисменты подавляют наши товарищи. Здесь, кажется, товарищи вообще ничего не подавляют. Так, ну давай посмотрим. Эти аплодисменты пусть шарахаются сколько хотят. Они просто вот эту пытаются открыть. Ага. Что по аплодисментам здесь? Это Джошуа и Евгений как подавляют. Так, а где остальные все аплодисменты? Просто подсвалили? Ага, это эти аплодисменты тоже Джошуа. Чуваки, давайте. Ну, они отрывают кусищи просто, пипец. Не шутя. Ты хочешь девочку разбудить? Так, девочку не колбасит? Нет, не колбасит. Все хорошо. Все разбежались по комнатам. Вот этих уродов гони ссаными тряпками, девочки. Они понижают уровень клипота. Да, они пытались девочку закузьмить. Так, подавляет Евгений. Сьюзан можно успеть забрать, да? Интуиция от Канны. От привязанности, от Галины. Даже от Сьюзан можно успеть... фигуринку понимания. Сьюзан, понимай. И Джашукин последний заходит вот сюда на привязанность. Джошуа шанс очень высокий, и я просто, когда она стригерится, просто заканчиваю. Здесь улыбочки. Здесь улыбочки. Все красавчики, все респектусечки. Джошик поговорил с ней. Так, здесь оса свалила, и... Джоша вообще поговорил на 16, лол. Так, проверяем, чтобы все было нормально во всех департаментах. Да, по-моему, во всех департаментах везде все нормально. И команда контроля, да, все хорошо. День 15 завершить. Прямо вот, падла! 3 повышения, сука! На тебе! Выживаемость 100%. Евгений 5-й ранг. Ханна 4-й ранг. Просто тренировочная команда вытащена задание. Просто... На этом, дорогие друзья, на сегодня все. Время поговорить о новой. Вернуться в главное меню. Время поговорить о новой. Что завтра будет? Завтра у нас Hearthstone плюс Crash Bandicoot. Если мне память не изменяет. Я надеюсь, что там все будет хорошо настроено. Crash Bandicoot, да, вечерний. Там завтра ремейк выходит. Угу, Crash Bandicoot на Saint Trilogy. Ага, если есть, то качай. Первый раз запустится, но если игра у нас срыгает, сменяешь геймпад Steam. Ты же настроен? Не, у меня геймпад Steam не настроен, Джакот. Джакот, у меня не настроен геймпад Steam, но... как бы с этим никогда не было проблем. Ну, как-нибудь что-нибудь сделаем. Так. Trash Friendly Night. Ты у меня должен быть, да? Ну, давай сейчас как бы посмотрим. Не, слушай, у меня нету. Мне надо залогиниться сейчас под твоим логином и паролем. Что сложнее, эта игра или ДС, как тебе в целом? Не, в смысле, пошаговые игры... Ну, во-первых, если бы я играл второй раз, я бы играл резко лучше. Резко лучше, потому что я бы не допустил этих стартовых ошибок с суицидами и т.д. и т.п. То есть, как бы, если играть... Здесь все, по-моему, здесь все очень просто. Здесь как бы в игре предрасположено, что если у тебя умирают чуваки,
то типа, мол, это нормально. И это действительно нормально, они у тебя могут умирать, и ты можешь как бы идти с трупами, ну какие проблемы, просто новых раскачаешь. Но на самом деле, если ты просто с самого начала будешь качать чуваков, которые будут тебе служить до конца игры, они наберут и бафов, они будут и сильные, ты будешь за ними следить, они будут всех убивать, овнить. Вот, и нормально. И просто если ты будешь каждого беречь как зеницу ока, они тебе просто все сделают, все пройдут и т.д. и т.п. Хочу отметить, что Джошика я начал качать, вот реально с уже с третьего, когда пошел уже третий уровень. Ну, то есть, как бы, когда уже начали делать вот этот нижний инвентарь, когда понятно, что сейчас будут более высокого уровня чуваки появляться. Я его просто начал делать с нуля, он там бегал 3-1-1 каким-то чудом. А, он рожки на халяву получил, поэтому он был 3-1-1. И все, и сейчас Джоша дарил, дарил МВП. Да, это Джоша является приобретенным, там, ну, десятым, чтобы не соврать, чуваком. Вот. Такие дела. Что сложнее? Ну, абсолютно разные игры, конечно. Я думаю, что DS все-таки похардкорнее. В DS там... Здесь надо как бы... Ну, планировать, наверное. Я же ее еще даже не прошел. Вот, а в DS надо и планировать, и жать. Вот у меня, например, проблемы большие с жанием и все дела. Смотрел сегодня рандеву с Синедой. К сожалению, только чуть-чуть совсем. Совсем только чуть-чуть. Вот. Ну все, ребят, было прикольно. Спасибо, Спаланканич, это было забавно. Джошка МВП, как обычно, да. Ты тут, Джакот? Мне надо сейчас будет заходить под твоей... По твоей записью, потому что без этого никак. Все, спасибо, прощаюсь со всеми. Чмок Пузика за альтернативку. Говорим спасибо, конечно же, Спаланканичу. И я в том числе, конечно же, говорю, потому что мне понравилось. Искренне. Искренне прикольная игра с менеджментом. Я в последнее время прикалываюсь по всякими такими играм с менеджментом. Мне и FTL понравился, мне понравился и Frostpunk. Ну, Frostpunk это выше всяких похвал, конечно, игра. А мне понравился This War of Mine. Да, вроде как-то так называется, да. Но она послабее, конечно, будет, чем это. Это забавная игра, конечно. Но интерфейс здесь откровенное говно. То есть, как бы, его надо допиливать прям с большой буквы. Как бы, хочу жать на юнита и сразу выделять этого юнита. Хочу иметь где-то список справа, чтобы мог сопоставлять. Если у меня там все... Если вообще как бы все пофигу, то дайте мне возможность выделять каждого отдельно, с направо его уводить и т.д.